Очень беспокоит сегодня то, что мы не успеваем реагировать на новые явления, появляющиеся в молодежной среде. Ну, вот буквально недавно практически во всех средствах массовой информации обсуждалась ситуация, когда в Череповце был установлен аппарат по продаже вейсов. Я не берусь давать оценку, так сказать, законности, незаконности. Я хотел сказать немножко о другом. Когда я попросил коллег из Центра медицинской профилактики сказать и назвать цифры о том, какая возрастная категория сегодня подвержена рискам новых вредных привычек, так называемых, да? Знаете, я в шоке вообще находился. У нас сегодня возраст, кто начинает курить, он стремительно снижается. Я даже не буду говорить, коллеги, возрастную категорию, но вы можете это сами видеть и на улицах, и за углами школ, к сожалению. Да? Борьба идет постоянно. Но вот эта борьба, она... Понимаете, напоминают некие гонки по кругу, да? То есть только-только ввели закон, только-только придумали какие-то методы, все, появилось новое, новый вызов, новая опасность. Эти клубы пара, которые сегодня можно видеть на улицах, да, создают некий вот миф в пространстве. Я разговаривал с представителями молодежи, никак никакое официальное лицо, просто как человек в неформальной обстановке. У них у всех стойкое убеждение в том, что... А это не вредно, потому что это не сигарета. Потому что там нет табака. Я говорю, скажите, а вы откуда об этом знаете? Ну, ответ стандартный. Так вы в интернете-то почитайте, там все написано. Я говорю, ну, конечно, в интернете можно все что угодно прочитать. Я для иллюстрации, коллеги, вам такой необычный сегодня хотел бы эксперимент провести. Легкий чек употребляющего никотина. В той или иной форме. Без разницы, что это. Сигарета, курительная смесь, вайсы сегодняшние. И может быть какие-то завтрашние даже изобретения, которые появятся. Это к мифу о том, что не вредно. Я думаю, что все очевидно и все видно, да? Черные. Легкие. В которых лежит никотин. Ну и здесь медики бы, наверное, лучше объяснили, и в центре фактически опухоль ракового. Я попросил своих коллег, которые у нас, значит, занимаются обучением медицинским, да, дать на время попользоваться, потому что мне хотелось показать о том, как выглядят мифы, с которыми сталкиваются наши дети. И о том, когда им говорят, что это не вредно. Это на самом деле, ну, во-первых, это ложь откровенно, да? А во-вторых, никто не говорит о том, а что может быть. Вот, ну, наглядная иллюстрация, а что может быть.